Привет, ребята, с вами Каиса, и я продолжаю играть в третий Tekken, аркадный режим, на харде. И на сей раз я пройду за панду. Не знаю, будет ли вообще какая-то разница. Ну, давай еще раз пройдем. Мне кажется, тут все то же самое, только шкура другая. И концовка, наверное, будет такая же. Ну посмотрим. Все-таки имя другое. Ни хрена себе. Панда, вставай. Юшиницу. Вау, он меня прошил. Джин. Final round. Fight. Джин силен. Эх. Опять я попался. Final round. Я тогда-то его сложно победил. Сейчас, похоже, проблемы. Нина. Опять Нина.
Final round. Fight. Вообще в легкую. Даже встать не дал ей. Лей. Был Лей против Кумы. И тут тоже вылез. Работает старый прием, обычный удар ногой. Серия ударов лоу. Кто сам следующий против Хуаранга? Ну, мне кажется, концовка такая же будет. Хуаранг. Эх. Быстро у меня. Остановись, Хора. Тормози. Гунджек. Ух ты. Да ты охренел. Робот. Куда полетел? Да, тут одной лапой, в принципе, можно так забивать. Так, хейхачу уже. Ага. Кстати, потом за хейхачи будет игра, он следующий на очереди. Вообще идеально. Так, дайте мне огра. Final round. Fight. На, с Огром опять у меня проблемы какие-то. Эх. Лежать, Огр. Так, ну и настоящий. Все.
Ну, мне кажется, точно такая же концовка должна быть. Не должна иметь отличий, по идее. Ну да, все правильно. Так, на каком месте сейчас у меня панда? Ну, мне кажется, она как один персонаж идет. И этот персонаж Кума, конечно. Так, ну что ж. Сохранимся. И я благодарю вас, ребят, за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи. Услышимся в следующей серии. Пока-пока.